Дошкольное образование – это, конечно, хорошо, но чаще всего родители стараются отдать своих детей с самого детства в разные кружки. Каждый выбирает сам, что ему ближе, но факт остается фактом. Дополнительные занятия отлично развивают в любом возрасте. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Все мы так или иначе сталкивались с дополнительным образованием. Это действительно исключительно важная вещь, которая позволяет расширить горизонты познания учащихся, которые позволяют осуществить раннюю профессиональную ориентацию. Стандартный набор – танцы, музыкалка или спорт – уже давно расширился. Сейчас ребята с самого детства проникаются интересом к современным технологиям. Благодаря развитию современных информационных технологий сейчас стало возможно даже детям ощутить себя в роли летчика настоящего самолета, истребителя, бомбардировщика. Основная аудитория, занимающаяся по данной образовательной программе «Авикиберспорт» – это мальчики от 10 лет. В этом возрасте они как раз ведущая деятельность, еще и является игровая деятельность. И важно показать им именно правильные научно-познавательные игры, с помощью которых они могут развиваться. То, что Нижегородская область продолжает развивать систему дополнительного образования, является заслугой региональных властей. У нас несколько сфер, скажем так, ведомств занимаются дополнительным образованием. Это и образование, и культура, и, соответственно, спорт. Но при этом хотелось бы прежде всего видеть именно государственный, муниципальный заказ на развитие дополнительного образования. Потому что порой мы исходим из возможностей муниципалитета. Стоит отметить, что у районных властей средств хватает не всегда. Поэтому необходимо сформировать межминистерские программы на уровне региона. Они позволили бы давать средства на материально-техническую базу и ремонт. А будут условия, будет и творческое развитие детей.